Алло, привет. Ты помнишь, я рассказывала тебе про стихотворение Ахматовой, которое я запомнила? Так много камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен. И стройной башней стала западня, высокая среди высоких башен. Строителей ее благодарю, пусть их забота и печаль минует. Отсюда раньше вижу я зарю, здесь солнце луч последний торжествует. И часто в окна комнаты моей влетают ветры северных морей. И голубь ест из рук моих пшеницу, а не дописанную мной страницу. Божественно, спокойно и легка допишет муза смуглая рука.